Добрий день, шановні друзі. Слабкі люди в політику не йдуть, політика любить сильних. Ну а жінка чи місти в суто чоловічій здається жорсткій політичній грі? Це та багато інших запитань я поставлю в моїй сьогоднішній співрозмовниці. Сьогодні у нас в гостях спікер парламенту Грузії Ніно Буджанадзе. Добрый день. Добрый день. Я очень рад, что вы сегодня к нам приехали. Я понимаю, насколько для вас это проблематично, потому что каждый день, каждый час, каждая минута расписаны. Тем не менее, я рад, что вы нашли время. И вы знаете, действительно, прежде всего хочется спросить, место ли женщине, на ваш взгляд, в политике, в этой сугубо мужской политической игре, как вы считаете? В первую очередь хочу поблагодарить за, за, возможность пообщаться с вашими телезрителями. Украина для нас очень близкая страна, украинский народ для нас очень близок. Вот сегодня я как раз к вам пришла с вечера, посвященного к 300-летию Давида Гурамишвили, великого грузинского поэта, который прожил большую часть своей жизни в Украине и творил здесь. То, что Давид Гурамишвили жил в Украине, Леся Украинка прожила свои последние годы в Грузии, это еще раз подчеркивает, насколько наши народы близки. И я счастлива, что я сегодня здесь, среди друзей, и чувствую себя как дома. Что касается места ли женщины в политике, я думаю, что да. И это женщины доказали, и я не думаю, что политика это только мужское дело. Я считаю, что женщины себя показали достаточно хорошо в политике. Хотя есть определенные трудности, безусловно. Такое бывает, что человек посмотрит какой-то фильм, и он, в общем-то, где-то предопределит его судьбу. Я знаю, что в детстве вы посмотрели прекрасный советский фильм «Посол Советского Союза», где, по-моему, Юлия Борисова сыграла «Калантай». И вам захотелось обязательно пойти в политику, в внешнюю политику. Причем это правда? Да, это правда. Действительно, фильм был во всяком случае, я ее восприняла как очень сильную эмоциональную картину, и Калантай для меня была примером, как сильная женщина может защищать интересы своего народа, своей страны. Мой близкий друг Виталий Коротич является почетным гражданином города Кутаиси, города, в котором вы родились, росли. Он не раз рассказывал мне о Грузии, о Кутаисе, о том, какой в этом городе особый воздух, наполненный гостеприимством, радушием, теплом, добротой. Скажите, какая обстановка окружала вас в детстве? Я знаю, что ваш отец был крупным партийным руководителем, и наверняка это, наверное, как-то сказывалось. Вы знаете, мне очень повезло. В первую очередь я хочу выразить свою радость, что вы упомянули о Виталии Коротиче, и хочу ему передать большой привет. Он не раз бывал у нас дома, Uh, у него были очень добрые отношения с моим отцом, и мне посчастливилось, что у отца была возможность общаться с такими людьми, как Виталий Коротич, как Белла Ахмадулина, uh, как грузинские поэты и писатели и представители творческой интеллигенции. И могу вам сказать, что uh, в принципе в нашем доме больше общались. Именно вот представители а, творческой интеллигенции, чем а, партийные работники. Папа в свое время поступал в театральное училище, в театральный институт в Тбилиси. Был однокурсником таких выдающихся совершенно а, актеров, как Ромашки Куадзе, которого угу. все прекрасно знают. Театр Руставели, а, да. Театра Руставели. Руставели. И очень любил театр. Поэтому меня вот как раз окружали люди, которые знали цену искусства, которые совершенно по-другому смотрели на мир даже в те не очень легкие времена. И они, конечно, на меня очень сильно повлияли. Что сказал ваш отец, когда вы решили идти в политику и пошли таки в политику? Он поддержал, хотя он понимал, что это будет сложно. В свое время, когда я собиралась поехать в Москву после окончания школы и поступать в Институт международных отношений, он впервые за мою жизнь, во всяком случае, не сдержал слова и не отпустил меня а в обещал, Москву. Да? Обещал, Сказал, что обещал, потому что не хотел как бы э, отнимать охоту, учиться или энтузиазм, но объяснил это отказ тем, и я сейчас считаю, что он был прав, что в 16 лет не надо отпускать ребенка очень далеко от дома. Ребенок должен, э, или молодой человек, или же молодая дама должна сформироваться в своей семье в в кругу своего народа, впитать все, что присуще своему народу. А потом уже повзрослев, можно поехать куда угодно, и уже можно легче различить, что хорошо, а что плохо. А потом, когда я решила уже пойти в большую политику, семья меня очень поддержала. И отец, особенно муж, потому что я, честно говоря, очень сомневалась идти баллотироваться в депутаты или нет, считала, что это огромная ответственность. И правильно считала, но меня очень поддержали, и вышло так, как вышло. Вы не разочаровались в политике? Вы знаете, нет. Я как-то не очень понимаю людей, которые все время жалуются, что им не нравится в политике, что они разочаровались в политике, но тем не менее не остаются в политике. Если я разочаруюсь, я уйду из политики. Есть разочарование иногда в отношениях. Очень часто встречаешься и сталкиваешься в отношениях с тем, чего не ожидаешь от конкретных людей. В политике сложно то, что тебя очень часто совершенно необоснованно обвиняют во многом, что совершенно не имеет ничего общего с реальностью. Иногда обижают. Но, вы знаете, я обижаюсь. Да. Это меня иногда трогает, когда обвиняют или когда неправильно понимают. Но с другой стороны, я знаю, что я делаю то, что правильно, я делаю то, что завтра, послезавтра принесет определенные плоды для моего государства, для моего народа. Я, просто, я, я просто не представляю, каково вам руководить гордыми, горячими грузинскими мужчинами. Сложно. Бывает, когда ситуация выходит из-под контроля и фактически уже ничего не помогает, даже мудрое слово женщины. Вы знаете, такого, да, такое было, но очень редко, очень редко в принципе все таки мужчин сдерживает фактор женщины в грузии особенно поэтому особых каких то распри когда я веду парламентское заседание или какое либо другое заседание то есть это все помещается в определенных цивильных рамках таки я неоднократно беседовал с крупными политиками мирового масштаба и они признавались что хоть раз но обязательно в их жизни была ситуация когда подступал такой животный страх становились липкими ладони когда было непонятно, что делать, и все висело на волоске. В вашей жизни, в вашей практике действующего политика такое было? Ну, не совсем так, как вы описали, но страх был, конечно, безусловно. С чем это было связано? Вы знаете, у меня было несколько таких моментов, начиная с того дня, когда я была избранным председателем парламента, вернее, когда мне предложили и доказали, что просто другого выхода нет, я не имею права отказаться, я очень сильно боялась, что я могу подвести тех людей, которые ожидали чего-то нового и перелома моим приходом, скажем, в должности спикера. Потом, конечно, были очень много тяжелых дней и недель было очень тяжело во время революции. Очень тяжело, потому что была огромная ответственность перед народом. 100 тысяч человек в грузинских масштабах перед Домом правительства – это огромная масса людей, которые смотрят на тебя с надеждой в глазах, которые надеются, что ты сделаешь правильные шаги. Не говорят об этом, но надеются, что ты не допустишь крови. крови. Был было самое тяжелое то, что на площади очень было много молодежи. Очень было много молодежи. Горячие молодежи. Нет, дело не в этом. Просто у меня была еще двойная ответственность как политика и как матери. Не только перед этими детьми, но перед их родителями. А так случилось, что в то время мой сын учился в, в Лондоне. Старше, в, в ну? вернее, в Оксфорде, в Англии старший. И у меня еще больше как-то для меня это было тяжело, потому что я чувствовала, что мой сын в безопасности, а чужие дети стоят здесь. Поэтому я каждые полтора часа спускалась днем и ночью к народу, чтобы, не дай бог, что-то не случилось, и три недели не выезжала из здания парламента. Я была очень горда, когда вот во время кульминации этих событий мой сын мне позвонил и сказал, мама, я должна, должен быть рядом с моим народом. Ну, я сказала, приезжай, он сказал, я уже в аэропорту. И я успокоилась. Когда он приехал, когда он стал рядом со мной, то есть рядом с его сверстниками, мне стало легче, как ни странно. Был, был и страх, и огромная ответственность, и напряжение, когда я исполняла обязанность президента. Я никогда в жизни эти два месяца не забуду. Это были жуткие совершенно месяцы, потому что постоянный страх, что... Ситуация выйдет из-под контроля, что я не смогу удержать стабильность в стране, что, не дай бог, будет какая-то провокация. Я помню, были новогодние дни, это же был декабрь, да, начало да. января, окна были открыты. И дети, которые играли с этими хлопушками новогодними, естественно, не понимали, как я вздрагивала при каждой хлопушке, потому что у меня было ощущение, что, не дай бог, что-то где-то взорвалось, что-то где-то произошло. Но, несмотря на это, я понимала, что я должна сделать то, что должна. И люди не должны видеть в моих глазах этот страх. Они должны видеть уверенного человека, улыбающего, как бы мне сложно ни было. Эдуард Амбросевич Шеварнадзе был, может быть, и сейчас остается, я не знаю, близким другом вашего отца. Вас маленькую, он, насколько мне известно, качал на коленях. Вас выдвигал, вас опекал с вами был в доверительных отношениях, и я думаю, что относился к вам как к своей дочери. Потом ситуация изменилась, в общем-то Шеварднадзе нет. Были ли сложные разговоры с ним накануне его отставки? Встречаетесь ли вы с ним сейчас и изменились ли отношения между вам, вами и Шеварднадзе и между вашим отцом и Шеварднадзе? Вы знаете, да, у отца с, с Шеварднадзе были добрые отношения, но не настолько близкие, как на самом деле, как вы описали. То есть они дружили, у них были до, добрые отношения, но с семьями мы особо не дружили, хотя я с детства, с детства естественно, его знала, очень любила и очень уважала, потому что я э, думала, что особенно в 92 году, когда он приехал, что он поставит Грузию на ноги, что, что это благо, что, что это благо, что у него такой авторитет во всем мире, что он э, использует этот авторитет и действительно Грузия уже будет совершенно э, по-другому занимать место э, в цивилизованном мире. Но я бы не сказала, что он меня особо опекал, хотя э, с самого начала очень доброжелательно ко мне относился. Но наши отношения достаточно резко изменились уже с 2000 года, когда я оставила фракцию Союза граждан. И это было обосновано тем, что я уже говорила президенту, что мне не нравится то, куда мы идем, мы запускаем ошибки. Я это говорила за закрытыми дверьми, не только в частной, но на заседаниях совета партии, на заседаниях как бы, совета парламента и так далее. Особенно наши отношения, конечно, осложнились уже после моего появления уже на совсем большую арену политики, когда меня избрали спикером парламента. Вы знаете, для меня очень было сложно, и мне до сих пор жаль, что произошло то, что произошло в Шуварнаце, потому что этот человек мог остаться в истории Грузии золотыми буквами. Это было бы хорошо не только для него, это было бы хорошо для всей страны, это было бы хорошо для всех нас. Поэтому я искренне хотела, чтобы он не допускал тех ошибок, которых он запускал. И я ему все говорила очень откровенно. Чем откровеннее я с ним говорила, тем а, холоднее становились наши отношения. Ты особенно... правда, что он даже не снимал трубку у телефона? А последние, последние моменты, да. Я ему еще в в апреле 2003 года сказала, когда он начал формировать этот блок а, из людей, которых никто в Грузии не уважал, и просто было удивительно, как он собрал а, вокруг себя людей, которые просто, у которых рейтинг был ниже нуля. Я ему сказала, если вы будете фальсифицировать выборы, я знаю о настроении народа, вы получите революцию. Это было в апреле 2003 года. Он обиделся года. на вас, когда вы Он сказали. обиделся, он не поверил, и конечно я не могла предсказать революцию в точном смысле ну, этого никто слова не мог но я, я понимала что действительно возмущение народа будет очень и очень большим а последние э, дни, когда я ему действительно звонила, и это было обговорено, естественно, и с, э, с нынешним президентом Саакашвили и с господином Жвани, ныне покойным, э, все мы обсуждали все вместе, и я ему звонила по 3-4 раза в день, последние 3-4 дня, хотела ему дать понять, что он все еще может спасти ситуацию, чтобы не дошло до, до кровопролития, что Нужно одно его слово сказать, что да, выборы действительно были сфальсифицированы. Но он абсолютно был оторван от реальности, к сожалению, и совершенно не хотел слышать то, что мы ему говорили. Он сейчас я с ним не встречаюсь. Сейчас. Нет. Сейчас я с ним не встречаюсь, я была только на похоронах его супруги, которая скончалась в прошлом году. Я, естественно, считала это своим долгом. Но, честно говоря, никакого желания у меня с ним общаться нет. И исключительно потому, что я читала его последнее интервью, смотрела его интервью по телевидению, и я поняла, что он и сейчас не понимает, что все, что я ему говорила, было правдой. И если бы он хотя бы половину услышал, многое бы было бы совершенно по-другому. И до сих пор... Он не смог оценить то, что может быть единственным человеком, ну, может быть, не единственным, но э, одним из исключений среди его окружения, кто говорил ему правду, была действительно я. Поэтому я не вижу смысла с ним встречаться. Еще ребенком вместе с родителями я отдыхал в Гаграх и до сих пор не могу забыть эту потрясающую природу, потрясающий город. Эту песню, которая звучала из всех радиоприемников о море в Гаграх, О Пальмы в Гаграх кто побывал, тут не забудет никогда. Сегодня больно видеть по телевизору, что происходит с Гаграми, с Сухуми, с Пицундой. Скажите, проблема Абхазии, проблема Южной Осетии будет решена в ближайшее время или эта рана не заживающая останется? Друзья, когда-то давно в Советском Союзе развенчали культ личности Сталина. И правильно, между прочим, сделали – но поскольку мой культ личности никто не развенчивал, внимание на меня. В нашем магазине Гордон Шоп новинки, и сейчас я вам их продемонстрирую. Можете посмотреть на меня сразу очень хорошего качества футболочка. Это первое. Тут у меня на коленях худи такой, но он не просто худи с этой стороны знаменитая надпись про кадык. Вы знаете, какая. Но я не могу ее показывать вам, потому что Инстаграм может возмутиться. Я не хочу дразнить Инстаграм. Она есть, она красивая. Точно такая же фраза про кадык на этой кепке. Я ее тоже вам не показываю, она вот здесь. Что у нас есть еще? Вот у нас пацан есть. Это очень эксклюзивный вариант. Посмотрите на чувака. Вот такой он, видите, вот такой, ну, вот такой огромный. Вот он, большой такой, эксклюзивный вариант. Спокойно, стой. Свои. Так, чувака поставили, у меня еще вот такой есть. Это подушечка. Кто хочет, чтобы вам снились хорошие сны, спите только на такой подушке. Рекомендовано спать на ней вдвоем. Смотрите, она большая. Но если вы один или одна, можно спать на такой подушке. У тех, кто будет спать на такой подушке, будут хорошо расти волосы на голове. Потому что у меня они, видите, выросли на груди, а к вам перейдут на голову. И вообще, кто спит на такой подушке, тот видит не только хорошие сны, но у того никогда не болит голова и вообще ничего не болит. Эта подушка рекомендуется всем. Вот это вот такой вот шопер. Заметьте, шопер. Не шокер, это разные вещи. Шокер как-нибудь тоже выпустим, если разрешат, конечно. Так что у нас тут еще есть? Вот это ароматизатор в машину называется пахучий гордон. Пахнет даже лучше, чем я. Хороший запах реально. Ой, молодцы. Вот это вот шарфик. Ну, тут тоже про кадык и что с ним надо делать, но с другой стороны тут вот так вот, поэтому шарфик можно смело надевать на себя. В общем, вот так. Вот так. Что у нас еще есть? Телефон, сразу предупреждаю, не мой. У меня отродясь таких телефонов не было. Вот такой чехол для телефона. У нас еще много чего есть, чего у вас пока нет. Но у вас тоже будет, если вы зайдете в Гордон Шоп, посмотрите, что там есть и купите то, что вам понравится. Будьте здоровы и счастливы, потому что, имея такой ассортимент дома, все будут здоровы и счастливы. еще ребенком вместе с родителями я отдыхал в Гаграх и до сих пор не могу забыть эту потрясающую природу, потрясающий город. Эту песню, которая звучала из всех радиоприемников «О море в Гаграх», «О пальмы в Гаграх», «Кто побывал, тут не забудет никогда». Сегодня больно видеть по телевизору, что происходит с Гаграми, с Сухуми, с Пицундой. Скажите, проблема Абхазии, проблема Южной Осетии – будет решена в ближайшее время или эта рана не заживающая останется? Нет, вы знаете, я более чем уверена, что эта проблема будет решена, я абсолютно в этом э, уверена, хотя, конечно, будет сложно будет сложно, потому что, увы, наши северные соседи, Россия играет очень отрицательную роль в этих конфликтах. С самого начала российские спецслужбы инспирировали этот конфликт. У нас, к сожалению, не хватило ума ни у грузин, ни у абхазов, ни у осетин не поддаваться на эти провокации. Случилась та трагедия, которая случилась. Но вы знаете, я не могу сейчас удержаться, не рассказать вам одну совершенно потрясающую историю, которая случилась вот буквально на днях. Позавчера я встречалась с семьей, которая после 10 лет поисков нашла своего ребенка, мальчика 18 лет сейчас, который пропал во время войны в Сухуми, и которого в середине войны подобрала абхазская женщина и вырастила как собственного ребенка. И не переставала искать его родителей. И она нашла их, в конце концов. И привезла в Тбилиси. И встретились с настоящими родителями. И она рассказала совершенно потрясающую историю, что, несмотря на то, что мальчик не помнил своего имени со страха, он не помнил ничего. И когда он подошел к этой женщине, он сказал, ты моя мама, а я бесик. Эта женщина сказала, что я, говорит онемела а на месте, потому что а, на днях, говорит, погиб мой племянник в войне 23 лет, которого тоже бы отзвали бесиком. И несмотря на то, что она потеряла своего племянника в этой войне с Грузией, с грузинами, можно сказать, хотя это не была война между абхазами и грузинами, а была война всех нас и русских спецслужб, она подобрала грузинского ребенка и вырастила его. Вы знаете, вот такие примеры мне показывают, что добро, оно сильнее зла. И наши народы найдут себе множество перешагнуть через ту провокацию, которая, к сожалению, произошла, и через ту трагедию даже, которая нас обязывает, чтобы в <служда> дальнейшем кровь не пролилась. У нас есть что предложить и абхазам, и осетинам. Мы столетиями жили, веками жили в дружбе и в мире. И не воевали. Не воевали никогда до того, как Российская империя не появилась на нашей земле. У нас есть мирные предложения, у нас есть достойные предложения, чтобы эти люди себя чувствовали достойно среди грузин, рядом с грузинами. Поэтому я уверена, что мы найдем выход. Вы встречались и о чем-то разговаривали с президентом России Путиным, представителем этих самых спецслужб, которые разыграли грузино-абхазскую карту. Скажите, потрясающая прямолинейность российской внешней политики идет лично от Путина или это имперская традиция, на ваш взгляд? Вы знаете, наверное, это в определенном смысле, конечно, имперская традиция, которая обусловливает потом мышление политиков у президента Путина была неправильная информация, неадекватная реакция относительно того, что происходит в Грузии, как же все-таки там дела обстоят. Я понимаю, Россия большая страна, и президент Путин сам не может вникать в каждую проблему относительно маленькой Грузии, а спецслужба ему подает информацию такой, какую хотят подать. Хотя, наверное, стоило бы и президенту Путину больше заинтересоваться этой проблемой, просто дать знак, что для России важнее иметь в лице Грузии стабильного, добрососедски настроенного соседа, чем раздробленного и озлобленного соседа. Поэтому я думаю, что в самих российских интересах иметь вокруг себя демократических, стабильных государств, которые хотят дружить с Россией, которые, а, а не таких, которые имеют постоянные проблемы с Россией, которые сталкиваются с двойными стандартами, которые российская политика очень часто проявляет. В Грузии, например, вы это прекрасно видите, потому что заявляет российская сторона, что поддерживает территориальную целостность Грузии, а, а с другой стороны в то, время, в... Да. в то же время поддерживает сепаратистов Осетии, Южной Абхазии, э, ничего не предпринимает для того, чтобы Россия как посредник выполнила свои обещания и так далее и тому подобное. Вообще очень было интересно, когда э, как президент Путин э, был информирован относительно революции РОСС. И когда я ему сказала, что вы знаете, это не так, он сказал, да нет, вы не знаете. Вы, вам, наверное, не говорили, но я знаю, это было так. То есть американцы написали, американцы диктовали, что все было расписано. Для меня это было, честно говоря, и грустно, и чуть-чуть смешно, как можно было быть Хотя уверенным. это не смешно на самом деле. Хотя это не смешно на самом деле, потому что я-то была там с самого начала. Я знаю, как это начиналось, я знаю, как это продолжалось. Я знаю, что очень часто, например, перед входом в парламент мы за несколько минут до решения не знали, что мы будем делать. И мы сходу принимали решение, что и делать. И никаких американцев с их планами не естественно, было. Естественно, естественно, это. Вам было тяжело или легко вести переговоры с Путиным? Ну, легко я, я бы не сказала. Но мне понравилось то, что... Напряженная атмосфера была вообще. Вы знаете, с самого начала, конечно, ну, не, не скрою, конечно, я волновалась, потому что это была очень ответственная встреча. Я действительно очень хотела, чтобы э, мы открыли новую страницу в наших отношениях. Это было новое руководство в стране. Между прочим, я очень позитивно оценила сам факт того, что президент Путин меня пригласил. Потому что, э, в принципе, такое в политике не происходит. Я была временным президентом, я исполняла обязанности президента, и все мы прекрасно знали, и я, президент Путин, и все во всем мире, что через месяц практически будут выборы, и на выборы даже я сама поддерживала другого кандидата, Михаила Саакашвили. Тем не менее, Путин сделал этот шаг и пригласил, и мы беседовали где-то, наверное, час сорок вместо предложенного, предложенных 45 минут, Поэтому... Это протокольная беседа была или Нет, человеческая? Это не была протокольная беседа, потому что она была и достаточно эмоциональной. Я сказала всю правду, что я считала правдой. Я сказала президенту Путину, что в принципе я была максимально свободна от определенных дипломатических уст, потому что я была временным президентом и я говорила то, что я считала правильным. Я не лукавила, я не показывала проблему в другом ракурсе. Я не имею претензий, что всегда, что я говорю, это истина в последней инстанции. Но я как раз это ему и сказала. Я вам говорю то, как думаем мы, как смотрится эта проблема со стороны Грузии, со стороны грузинского руководства или грузинских лидеров. Мне показалось, что он, в принципе, искренне удивлялся каким-то положением, которое я ему э, говорила, или что-то, чему-то верил, чему-то нет. Ну. Я немножко провожу параллели Грузии с Украиной. У вас есть спикер парламента женщина и президент мужчина. У нас президент мужчина и была премьер-министра женщина. Не сложились у нас отношения президента и премьер-министра. Как это происходит в Грузии? Нет ли никаких подводных рифов? В ваших с Михаилом Саакашвили отношениях? Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что я с очень большой симпатией, искренней симпатией отношусь к вашему президенту. Мы с ним давно знакомы еще в бытность его премьер-министром и. Как-то у нас очень теплые дружеские отношения. Я искренне болею за него, переживаю, чтобы у него все получилось. Это для нас очень важно, не только чисто эмоционально и человечески, даже в прагматическом плане Конечно. очень важно, чтобы для Украины важно, чтобы в Грузии был успех, и для Грузии еще важнее, чтобы в Украине у вас был прогресс и все сложилось. Конечно, мне чисто по человечески жаль, что так произошло и не сложилось у лидеров революции. Хотя вы знаете, со стороны очень сложно. Судить мне очень сложно судить, наверное, были какие-то непреодолимые э, препятствия, которые э, эти два лидера не смогли преодолеть. Две сильных преодолеть. личности, видимо, от э, этого э, все. Может быть, да. Но хотя никто не знает, что может завтра произойти, может быть, опять получится у них работать вместе. У вас с Михаилом саакашвили нет подобных тренингов. Вы знаете, э, непреодолимых препятствий у нас, слава богу, не было. Иначе мы бы, наверное, не смогли быть вместе. Сложности, конечно, были конечно, были. Мы и спорили, иногда и сейчас спорим. Есть различные взгляды, но в основных направлениях мы видим одинаково те пути решения, которые мы должны избрать или те решения, которые мы должны принимать. Поэтому, может быть, потому что мы иногда даже очень эмоционально спорим и соглашаемся, не соглашаемся. Ну, слава богу, пока у нас получается, и я надеюсь, что так и будет. Помимо того, что вы очень умная, политически грамотная и подкованная женщина, вы еще очень красивая женщина. У вас есть семья и муж да. и двое прекрасных сыновей. Вы для семьи потерянный человек или нет? Спасибо за комплимент. Хотя я себя никогда не считала и не считаю красивой женщиной. Ну, не считаю то есть, себя вы еще и не скромная красивой. Женщина. Нет, я не, не настолько скромная, я просто очень реалистично отношусь к своей внешности. Тем более, что у меня мама была красавица, обе бабушки были красавицы, и у меня не было рядом с ним никакого шанса оказаться красивой. Поэтому я к этому привыкла. Хотя приятно слышать такие слова. Что касается семьи, вы знаете, несмотря на то, что. Практически не остается времени ни на уикенды, ни на свободное время. Я не считаю себя потерянным человеком для семьи, потому что я любую минутку, которая у меня есть, я стараюсь провести вместе с семьей. Я постоянно в курсе дел всех членов моей семьи. Я по нескольку раз контролирую своих детей. Нет дня, чтобы мы несколько раз не общались с моим мужем. Поэтому я думаю, что все-таки потерянным человеком я себя не считаю. Пресса сообщала, что сразу после революции, не говоря уже о революции самой, вы не выходили из своего кабинета сутками. Да. Что говорил по этому поводу ваш муж? Не проклинал ли он ту минуту, когда он с вами познакомился? Да нет, нет. Вы знаете, мне очень повезло, что у меня рядом настоящий друг. Я постоянно чувствую его плечо и его руку и если бы не он и если бы он так меня не поддерживал я бы конечно не смогла сделать то что я сделала что касается революции да вот когда началось то что началось 4 ноября я поехала в нашу загородную резиденцию где мы проживаем сложила чемоданы приехала на работу и три недели оттуда не не выезжала практически не практически а вообще не выезжала спала на в кресле Романтика. А, ну не скажите. Даже не на диване, потому что чтобы не заснуть, чтобы каждые полтора часа я ставила будильник на мобильном, чтобы каждые полтора часа ночью выходить. С перед людьми обязательно накрашенная, чтобы не показывать усталость или страх. А муж, переодевшись уже в свою военную форму, он, уже прокурором был он заместителем, был военным, да, главным военным прокурором, потом был первым замом генерального прокурора и он подал в отставку, как только революция началась. Переодевшись в свою военную форму вместе со своими друзьями, выполнял э, роль и охранника, и советчика, и э, Члены штаба революции и так далее. Поэтому он, он всегда был рядом. Вы понимали в те минуты, что вы сейчас вершите историю? Да, конечно. Было это ощущение вот реальности, которая становится историей? Вы знаете, честно говоря, да, конечно, я понимала, я понимала эту ответственность, я понимала, что какие могут быть последствия и в том, и в другом случае развития событий. Хотя... Многое, что тогда происходило, я вспоминаю сейчас. То есть это все шло как-то в автоматическом режиме, все работало в компьютерном режиме. Я не помню, когда я, например, ела, я не помню, когда я пила кофе. Были моменты какие-то, которые я просто забыла, которые у меня выпали просто из памяти. И сейчас вот это вот все вспоминается, или я вижу какие-то кадры по телевизору. Известно, что престарелых членов Политбюро пичкали в свое время специальными кремлевскими таблетками, уколами специальными, допингом. Откуда у вас брались силы в то время? Не знаю. Не знаю. Видимо, настолько была большая ответственность. Вы знаете, я помню предвыборный марафон, это было так тяжело в течение, во-первых, год был предыдущий очень тяжелый, я же руководила парламентом, а сама была в оппозиции, нас, в оппозиционеров, было всего 38 человек из 235. Это было невозможно, я даже помню, был такой случай, когда заседание парламента продлилось до 5 часов утра. Начиная с 11 я не выходила из зала с практически целые сутки. Это было очень большое напряжение. И когда были такие предвыборные дни, я уже начинала считать. Ну, вот во всех предвыборных кампаниях есть такой обратный отсчет, да? вот когда осталось только то дней и так далее. Я вот понимала и говорила, что вот у меня силы рассчитаны на 10 дней, на 8 дней, на 3 дня. Все, я уже, если сейчас нужно будет продолжить кампанию, я не смогу это сделать. Потому что выезжала в 7 утра, возвращалась в час, в 2-3 часа ночи. Даже мой сын, младший, который не дождался меня в очередной раз и лег спать, написал мне э, Запис... записку протеста. Вы помните, тогда была такая Кмара. Да, то да, есть конечно. Э, э, организация. организация. И он написал: Кмара, Нино, Кмара. То есть хватит, Нино, хватит. Или приходи домой вовремя, или дай мне возможность тебя дождаться. Но вот началась революция, и несмотря на то, что я говорила, что вот у меня сил уже нет, оказалось, что они откуда-то взялись. Когда-то прославленный наш бегун Валерий Борзов, который в 1972 году сломал многолетнюю гегемонию чернокожих американцев в спринте, сказал, что когда он зашел на пьедестал почета олимпийский и флаг Советского Союза поднялся ввысь, он сказал себе, неужели это все? Неужели я это сделал? У вас не было таких мыслей, когда революция закончилась? И цели, которые вы ставили, а может даже и не ставили, были достигнуты? Нет, нет, честно нет, потому что, во-первых, не было, во-первых, я не считаю, что мы уже на пьедестале. Я считаю, что нам очень много предстоит еще сделать. Революция закончилась, но началась работа только началась. Работа только началась. Я никогда в жизни не забуду второй день после отставки Шеварднадзе, когда я в зале, где собирается бюро парламента, собрала. Совет Безопасности и как бы, обратилась в основном к силовикам, чтобы был порядок, чтобы они сохраняли стабильность. Я никогда не забуду слова тогдашнего министра обороны, который мне сказал, что вы знаете, имейте в виду, что у нас запасов на еду всего на два дня. У армии, да? У армии и то сухой паек. А в бюджете было ноль. Я помню мое ощущение: я думала, что сейчас я умру. В лучшем случае. И... Вы взяли американский план, <сверили, сверили с ним. Сверили, да, там такого не было. Да? И я помню, я уже потом поняла, что я сказала то, что не сказала бы раньше никогда. Я сказала, что меня ничего не интересует, что должно быть все так есть, иначе и так далее и тому подобное. Я поняла, что я, я должна была это сказать. И эти дни были очень сложными. Потом была ответственность провести выборы справедливо, нормально, чтобы ничего не произошло, чтобы мы, опять же, не потеряли э, свой авторитет в глазах мирового сообщества. Потом были парламентские выборы, потом... И это все продолжается. Вот так, как вы сказали своему министру обороны, так нередко говорила, в частности, английским шахтерам Маргарет Тэтчер, ваш кумир в политике. Вы с ней встречались когда-нибудь? вы знаете, нет, к сожалению, к великому моему сожалению, потому что вот недавно, вернее, в прошлом году была назначена встреча, но, к сожалению, в, в то время умер бывший президент Соединенных Штатов Рональд Рейган, который очень дружил с Маргарет Тэтчер, и она срочно выехала на его похороны. Так что встреча не состоялась, но Маргарет Тэтчер мне прислала свою фотографию с очень теплой надписью и книгу также с теплой надписью. И я это очень ценю. Как вы думаете, за счет чего ей, женщине, удалось столько продержаться на политическом олимпе в Великобритании? Она знала, чего хотела, и она знала, что она была права в том, числе, что делала. Это самое важное. Вы знаете, чего хотите? Вы знаете, да, что я вы знаю, правы? Да, я знаю, чего я хочу, и я знаю, что я права. Я вам задам не очень хороший, наверное, вопрос, который предполагает откровенный ответ. Но если вы не, не хотите. Привыкать. Если вы не хотите, вы можете на него не отвечать. Жизнь, в принципе, это выбор. И если сегодня вам скажут, или политика, или семья, что вы выберете? Вы знаете, надеюсь, что мне так не скажут. Я не знаю, кто может мне это сказать, или как этот вопрос может вообще встать. Но я считаю, что в первую очередь, если человек хочет делать политику, у него должна быть нормальная семья, особенно у женщины. Если женщина не может иметь нормальную семью, если женщина не может воспитать нормальных граждан своего государства, она ничего нормального не сможет сделать и для политики. Поэтому, конечно, своим первичным долгом я считаю вырастить своих детей, чтобы они были достойными нормальными гражданами. Но я надеюсь, что я смогу совместить. У вас очень хорошие глаза, этим глазам веришь. Скажите, в политике много лжи сегодня, в той политике, в которой работаете вы? Много предательства, много трусости, много низости? Ну, есть, да. Не хочу сказать, что много или мало, но больше, чем хотелось бы. Больше, чем хотелось бы. И меня больше всего возмущает то, что люди сознательно лгут. Вы знаете, я совершенно нормально отношусь к тому, что человек сегодня может верить, что это так, а завтра он поймет, что он ошибался или получается не так, как он хотел бы. Но изначально лгать, зная, что это не так, для меня совершенно неприемлемо. Я не лгу, я говорю правду, но иногда есть случаи, когда лучше промолчать, чем сказать правду. И это тоже часть не только политики, но и жизни. Вы знаете, я могу вам такой пример привести: вот, например, даже во времена революции, да, если бы я сказала всю правду людям, чего я боялась, что вот я, например, один раз прямо буквально бегом пошла, спустилась по лестнице, потому что мы получили сигнал, что танки будут вывезены, штурм, да? и будет штурм. Естественно, я не стала бы людям говорить, что вот сейчас будет штурм, потому что никто бы не ушел. Но я должна была сделать все, чтобы люди не подались на панику или на провокацию, а с другой стороны, держать постоянно под контролем то, чтобы не случилось то, что могло случиться, чтобы не были выведены войска и танки. Поэтому иногда лучше промолчать или лучше не сказать ничего. Иногда можно, сказав, больше навредить, чем промолчав. Но сознательную ложь я не скажу никогда. Если я внутренне не буду считать, что это ложь, Оправдано э, государственными интересами. Это ложь э, в самом деле э, то, что может проститься. Хотя я предпочту промолчать. Виталий Коротич, с которого мы начали сегодняшний разговор, рассказывал мне, что в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда модно было писать друг на друга доносы, подписывать коллективные письма против кого-либо. И вообще совершать поступки, за которые в приличных домах родители не пускают детей за стол, он сумел всего этого избежать благодаря, наверное, воспитанию и кому то внутреннему стержню. Скажите, что позволяет вам чистыми руками проводить политику в вашей родной стране? Вы знаете, вообще-то это так просто. И я так удивляюсь, что люди иногда этого не понимают. Ведь всю жизнь же не будешь на каком-либо посту. Всю жизнь же не будешь сидеть в одном кресле: или в лучшем, или в худшем. Нужно же выйти на улицу, просто пройтись, просто прогуляться, просто увидеть, что тебя уважают. Я просто хочу, чтобы после того, как я уйду из политики, люди со мной обращались с уважением, чтобы они понимали, что я делала правильные вещи, что я не лукавила, что я не обманывала, что я не кривила душой. Я хочу, чтобы мои дети не стыдились моих поступков. Вот и все. Я очень благодарен вам за беседу. В Украине любят Грузию, и я хочу пожелать Грузии рассвета. Хочу пожелать, чтобы все, что вы задумали, у вас сбылось. Хочу пожелать вам простого женского счастья. Спасибо большое. В Грузии тоже Украину очень любят, и я также хочу всем вам пожелать внутреннего мира, мира в стране, процветания и всего того, чего вы действительно заслуживаете. А это только хорошее. Спасибо. Удачи. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях была очень красивая женщина, спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.